На улице погода летняя, однако город уже почти готов к зиме. Работы выполнены на 84%. С вопроса подготовки к зиме началось еженедельное совещание главы города Михаила Гмырина с заместителями и руководителями подразделений администрации. На финишной прямой промывка систем теплоснабжения в многоквартирных домах. Здесь 99% готовности. К 80% приближаются работы по герметизации швов в панельных домах, ремонту и утеплению стен, ремонт кровель. Управляющие компании заготавливают песок и соль для противогололедной обработки придомовых территорий. Около 80% от запланированных объемов подготовительных работ выполнили специалисты СМУП ЖКХ «Горвик». В ведении этого предприятия находятся внутриквартальные водопроводные, канализационные и тепловые сети. Северминские теплосети информируют о 84% выполнении необходимых работ. На водогоне в поселке Белое озеро и Неноксе топливо заготовлено 100%, а сами котельные пока готовы только на 90%. Надо в ближайшее время на водогоне в Неноксе, значит, на Белом озере все довести до конца, чтобы у нас все было с вами готово. Сфера образования сообщает о 68% готовности своих объектов. Заму по социальным вопросам Александру Усову при подписании документов о готовности школ мэр поручил особое внимание уделять кровлям. Работы проведены, и протечек быть не должно.